Автолюбителям сегодня понадобилась помощь спасателей. В снежных заносах застряло много машин. Все случаи произошли на юге Приднестровья, в Тирасполе, Бендерах, Слободее. В Бендерах, в микрорайоне Солнечный, на бездорожье застрял «Опель». Водитель попытался самостоятельно выехать, в итоге увяз в мокром снегу. Вытащить его смогла только спецтехника спасателей. У таможни Бендера-Кишинев забуксовала фура, большой груз был пустой и направлялся в Молдову. Фуру спасатели вытаскивали ЗИЛом. На трассе Тирасполь-Кицканы в кювет слетел «Мерседес». Водитель не справился с управлением. Пассажира в машине не было, водитель не пострадал, на месте работали спасатели. Уже вечером маршрутка Одесса-Рыбница застряла на трассе Одесса-Кучурган. На фото видно, застрявших машин там много. Автостанции Приднестровья предупреждают, завтра с утра могут быть перебои с междугородними и пригородными маршрутками. Стоит заранее позвонить на автостанцию и узнать, будет ли рейс. Спасатели сейчас дежурят по всей республике. При выезде из городов, на скользких подъемах и опасных поворотах, если водителям нужна помощь, помогают выбраться. Службы все готовы и постоянно мониторят ситуацию. Работа происходит в усиленном режиме. Все спасательные посты, которые располагаются сейчас на трассе, будут стоять до особого распоряжения, до того, как пока погода не нормализуется. Единый номер спасателей – 101. Во всех городах сейчас работают пункты обогрева, где можно переночевать и согреться. Все адреса есть на сайте МВД. Что касается работы скорых, мы связались с республиканской станцией скорой помощи. Главный врач Евгений Калалп сообщил, что неотложки сегодня добирались к своим пациентам без задержек, даже на вызовы в села. Машины проходили везде, количество вызовов из-за ухудшения погоды не увеличилось.